Упершиню сапраўдны дрыфт у Магілёве. Менавіта так фанаты апісваюць чацвёрты этап чэмпіяната Беларусі. Нагадаем, дагэтуль усе магілёўскія этапы арганізатары называлі мокрымі. Толькі сёлета спаборніцтвы прайшлі на сухім асфальце. Настоящий дрифт вот, по сухой погоде, с дымом, со скоростью. Потому что в прошлые разы, конечно, дождь портил впечатление. Меня больше всего затронуло, насколько сложно они делают, заходят в дрифт. Каждый дрифт посещаем, очень круто эти ощущения ощущать. Видите, как повороты заходят на гуласак и кабаргин, это ну, три моих лидера. А как ты думаешь, какая там скорость? 100 км в час. 26 акрэдытаваных пілотаў, з якіх па выніках кваліфікацыйных заездаў застаецца 16. Вялікая колькасць паломак і сыходаў з дыстанцыі абумоўлена дынамічнай трасай аэрапорта. Дарэчы, яна дазволіла магілёўскаму этапу чэмпіяната Беларусі па дрыфтынгу атрымаць званне самага хуткага ў гэтым сезоне. Траса получилась довольно большой, ходовой, что, в принципе, требовало от участников очень сильного напряжения, потому что у всех разная мощность, то есть на машинах со слабой мощностью здесь было трудно проехать, то есть для того, чтобы выполнить судейское задание, которое мы максимально старались адаптировать для всех, нужно было приложить максимум усилий. Здесь довольно-таки большая скорость постановки, поэтому, к сожалению, удары немножко сильнее, чем хотелось бы. Нужно, то есть первую часть трассы пройти довольно-таки быстро, а потом контролировать свой темп, потерять и уже подстроиться под там, вторую, третий сегмент этой трассы. Поэтому есть изюминка. Пилот з горада на Няве Андрэй Чарнагорцаў заваяваў срэбра спаборніцтваў. У фінальным заездзе ён саступіў мінулагодняму чэмпіёну магілёўскага этапу мінчаніну Сергею Саку. Мы растем, наверное, да, в правильном направлении, делаем из ошибок какие-то выводы. Ну и вот он результат. Я рад, я благодарен своей команде, это своему механику, это, знаете, как мой отец. Спасибо всем, кто меня верит, всей аудитории. Хуткасны рэкорд спаборніцтваў больш за 140 км у гадзіну пры ўваходзе ў паварот сёлета ў пілота Санкт-Петербурга Сергея Кабаргіна. Кацярына Балукова, Андрэй Чорны, навіны рэгіён.